дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Хайпер и Фреш. И у нас сегодня новые гоночки в GTA 5 Online! Чё, как? Так, ну чё, пацаны, все пристегнулись, все приготовились к гоночке. Вот, давайте только без ДТП. Нифига себе! Пацаны, я был на грани срыва, я чуть не упал. Ай, спокойно. Ну не толкайте, пожалуйста, товарищи. Товарищи, прошу, не толкайтесь. Я банши взял. Аккуратненько, вот так вот просто проезжаем. Лёх, тебе реально повезло, то, что ты урвался вперед. Да что здесь такое происходит? Ну, господи, вот именно что, Лёхе везет, у него скилла нет, у него только везение. Блин, ну что за лох? Ой, пацаны, я как понимаю, сейчас будем сталкивать друг друга. Да, сейчас будем воевать между собой, да? Так, давай. Надо как-то вырываться. Я их не слышал у тебя. Тихо. Так, кто на какой позиции? Ага, пацаны, а вы каким образом вообще там? Ой, Макс. Аккуратно. Я понял. А я вижу, подожди. Ага, Лёша. В смысле? Лёша. Меня заносит очень сильно. Меня нет, меня пока нормально. Держусь. Нифига, меня бустанули. Так, давай. Ой, Лёша, моя задача догнать тебя. А, так еще вся гонка впереди. Я 360 на лоу райде сделал. Мы только 15 чекпоинтов из 45 прошли. Вправо уходи, вправо. Стой. О, Макс, там влево уходи, влево. А ты что мне справа говорил уходить, а? Слушай, ты что? Я тебя сейчас догоню, пузатый ты этот. Не мелкий. Пузатый это ты. Не очень. Ты. Давай договоримся. Иди сюда, Лёша. Отныне сюда. Только серьезно. Так, давай, так, вот, все, теперь. Вот, Олег, иди сюда, не надо с ним договариваться. А что, я не договариваюсь с ним, понимаешь? Я сейчас его догоню, и я вот покажу ему. Я вот ему все покажу. Я вот ему все покажу. Тихо. Поворот. А ты отсосник. Да, пацаны, я сейчас так идеально прошел поворот. Еще, господи, что я творю? Ну я еду, кстати, третий. Да ты просто лучше, Олег, просто лучше. Да не смущайте меня, в смысле. Вот вы сейчас смущаете меня, я сейчас наоборот начну ошибки допускать, пацаны. Так что не надо. Лёх, вот моя цель. Я на уровне Т20 еду, чё? Просто догнать тебя. Так, Лёша, я вижу твою зеленую тачку. Это что сейчас было? Я назад смотрел на тебя. А, ну вот, молодец. Давай. А давай. На каких местах, Лё? Вот у Лёши второе место, у меня третье место. Ясно. Мне нужно каким-то образом догнать вот этого вот мелкого, но я не понимаю, как это сделать. Лёша, иди сюда, куда пошел. Опачки. Давай. Да я не могу тупо догнать. Пацаны, у кого два монитора? Нет, не у меня. Посмотрите в самый низ тимспика. Лёха, что это ты только что сделал такое? Лёша, зачем? Как можно было допустить такую ошибку? Как? Видишь? Что там такое, пацаны? Подожди, стой, я сейчас финиширую. Вот, кстати, да, второе место, пацаны, второе место. Вот такие дела. Пацаны, сейчас научу вас, как подкатывать к девушкам. Вот видите девушку, смотри. Где? У нее попка хорошая. Где? Ты говоришь такой. Уф, какой у тебя бампер, бейба. А где девушка? Подожди, где пример? Пацаны, налево, поворот, налево, налево. Я перевернул Олега. Спасибо, ребята. Почему это реально входит в традицию? Уже вторую горку подряд меня каждый раз должны скинуть и отправить куда-то. Спокойно. Так, а у нас почему вообще стандартный вампир, я не понял. Олег, поцарапаешь мне машину, а я буду разворачивать. А я не царапал. Это вы мне машину поцарапали. Я, заметьте, вас пальцем не трогал даже, поняли? Телепорт. Телепорт, да, я тоже в телепорте. Так, еще где? Я не понимаю, где я еду. Ой, Я здорово. Прям сзади тебя еду. Поцарапаешь машину, будешь нового покупать. Да я понял, хорошо, без проблем. Как бы в GTA с этим... Не, в GTA с этим проблем нету, как бы. Вот, если в реальном... Ничего себе труба, пацаны! Вот это нормально. Вот это было круто. China made. Подожди, я не врезаюсь? Я не врезаюсь, пожалуйста. Фу-у-у. Там просто пакетик твой немного зацепился, Макс, поэтому я очень сильно переживал. Воздушный. Липтон? Оу! Нифига меня сейчас бочком занесло! Так, Макс, я не хочу вашу машину царапать. Машину поцарапал, ты чё? Да и не хотел царапать, реально. Ай, тихо. Я заносит.
Это её, как iTunes, да? Её заносит прям дико. О. Тихо. Давай. Это было близко. Это было близко, Макс. Это было близко. Так, но не царапаемся. Макс упал? Нет, почти. Нет. Тихо. Нет. Сука. Да, блин, Макс, да, я делал 360, нифига себе. Ебой, отлично. Так, я еду пока дальше. Я бы такого не сделал, ты знал? Тут, знаете, такая полуавтоматическая гонка, то есть такими вот элементами. Ой, пацаны, а посмотрите, пожалуйста, в левый нижний угол, кто первый приехал? Какой-то лог София написано. Да, пацаны, посмотрите сейчас левый нижний угол, я за Олежкой. А теперь, друзья, у нас внезапный гость в программе, это барабанный дроп Excel. Вот так вот, вот этого Илью я узнаю. Так, ребят, у нас гонка на тракторах, что, серьезно? Почему на тракторах? Почему все взяли тракторы? Он мне машину поцарапал. Я ничего не царапал, пацаны. Эти ваши РП-боксные правила. Куда? А я на больше, пацаны, еду. А куда я? Какие правила? Подожди, Макс. Ты сам виноват в этой аварии, я ехал прямо, никого не трогал. Вообще, нет, у меня заснято, пацаны, но GoPro все снято, как бы, ничего не знаю. У меня все ДПС по правилу. Подкуплены, так что я ехал правильно, понимаете, нет, прямо. Ну, Нет, ты неправильно ехал. По факту все сейчас так, да. Тихо. У меня вот все пучком, а у тебя не знаю, не пучком. У меня тоже все нормально. У меня все под контролем, это самое главное. Пацаны, вообще там. Ковид, я на дороге стоял просто миллион лет. Чего? У меня машина в отсечку долбится, я понял. Так. А куда ехать? А чекпунт? А почему? Нам надо съехать, спуститься вниз по вот этому огромному смайлику вниз. Стоп! Нифига! Ладно. Я единственное, о чем переживаю, то что. Так, ну Макс, я же все равно догоню, уже понимаете. Да. Ой. А! Нет, не взорвись! Ебо, я выровнялся! Ой, блин, я не на колесах! Чувак прям передо мной прям упал. Олег, живи, хэштег. Спасибо. А почему банша не прокачанная была, а сейчас прокачанная машина получается? Не, нифига она не прокачанная. У меня тоже банша была не прокачана. Не пуль. На. Ну пошел. Ты че? Ну пошел. Ты че, разводил? Опачки! Да ну! Так, давай, бегом. Давай. Это что такое? Сваливайся. Блин! Это важно. Ебой, пока! Ебой! Сука! Нет! No! Мада вылез, хер! Давай, бегом. Олег, это Вагнер был, а не Бэнш. В смысле, это вот час Вагнер, а до этого был Макс. О, все, я взял. Ты взял, получил. Молодец. Ну вот у меня тоже больше почему-то была не прокачана. Ну да ладно, уже все, как было, так и было. Хоть до серии я ее и прокачивал. Ну может. Макс, надо что-то сделать с Олегом. Так, не надо ничего. Нет. Отстаньте. До свидания. Нет! Ясно! Все понятно! Макс, ты серьезно? Все прекрасно! Ой! Надо вообще убрать за тебя! А че я? Ой, пацаны! А угадайте, кто у финиша сейчас-то, а? Посмотрите-то, а! Пацаны, ну все, я первый приезжаю, лох снова какой-то. В этой гонке первый. Ясно. Ты! Оу, че за фигня? А, ребята, а че с погодой? Что с погодой такое? Это хилый, это вообще-то Осирис, пацаны. Это банша, а че вы вообще говорите? Так все Осирис взяли. Это гонка чисто на банше. Я единственное, о чем я переживаю, это... Пацаны, надо было направо повернуть. Я просто сразу на карту посмотрел и увидел то, что чекпоинт находится как бы немного в другой стороне. Да. Причем реально почти все поехали вперед. А кстати, не повезло тем, кто уже изначально был за этим поворотом. Ой! Нифига! Подожди! Ема! Пацаны, что это было? Пацаны! Что? Как они это делают? Ой, снова туннельчики такие красивые пошли. Я просто жму на W, ничего другого я не делаю. Просто жму на W и других кнопок нажимать не надо. Вот так аккуратненько проезжай. А тут это полностью автоматическая гонка будет или нет? Я просто реально, я не хочу W отжимать. Блин, и не хочу вообще никак не поворачивать. Первая гонка никак... в GTA автоматическая. Ой, на банше. А, вот это да.
Ой, локальные мемчики пошли. Так, ой, а я же вроде тут уже был, нет или нет? У меня такое ощущение, что я в обратную... А, не, я вот тут вот этого брат, не было. Брат, я прям за тобой. Брат, давай. Ну, слушайте, ребят, за такую гонку... Геймплей. Мне кажется, надо поставить по-любому лайк, ох, потому хрена, что... Ох, третий раз уже... Какого фига? Прыгает. Серега впереди меня, Серега, если впереди меня никого нет. Я сейчас ребят, офигею. Это очень офигенная гонка. За нее надо по-любому влепить лайк. Это реально какой? Очень круто. Капец. Так, а тут куда? Вау, какая дырка. А тут... О, уже было 13 человек. Я понял. Так, мне нужно занять первое местечко. Ну-ка. Какие узкие дороги-то идут-то здесь-то, а? Ладно, давай. Я знаю, что финиш ну, уже немного. Не всегда плохо. Еще я знаю то, что до финиша осталось совсем да, чуть-чуть. Олег знает. Так. Все, я вижу финиш, пацаны. Это я не Леша, знаю. А ну-ка, я не знаю, что сегодня за день такой, но я снова приезжаю первый. Ну, наконец-то моя прокачанная банши. Ура, наконец-то, ребята, мы решили ребят, взять и прокатиться на этой тачке, на этой легендарной. Ты че, ты султан взял, да господи. Полетели, ну как можно, Леха, допускать такие ошибки? Ёлки-палки, ребята, ну серьёзно, это дохла! Фига меня развернули, все просто... Да, ну хватит, пожалуйста, ребят, да пожалуйста. Налево. Очень сильно да прошу. Слушайте, тачку, кстати, заносит так нехиленько просто, реально. Так, аккуратно, ребят, прошу вас, аккуратно. Я тебе помог. Лёх, спасибо, вот это было, кстати, сейчас вот как да вовремя. Андрей! Так, ладно. Сейчас в дрифт, пацаны. Нет, тихо. Её реально закидывает просто... Да ё-моё. Серьёзно, брат, я тебе помочь в этот раз хотел. Да ну, давай толкай меня. Да можно я перевернусь, пожалуйста? Можно я, пожалуйста, перевернусь? Да дай перевернусь. До финиша тебя толкаю, брат. Да давай. Не надо толкать, да я сам доеду, пожалуйста. Ладно, давай, брат. Поехали. Мы тебя ой, ждем, ой, классно, кстати, вот последнее место. Вот, ребята. Вот, да смысл? Давай дрифти, давай, я просто буду дрифтить. Илья, прости. Андрей, прости. Серьезно? Классно, смотри, подрифти, брат, давай. Брат, на... Теперь ты меня давай. Я понял. Это грёбаная битая гонка. Давай езжай. Кто последний тут лох из нас? А так, а это битая гонка, пацаны, так-то. Два круга, так. Ой, тихо. Ну, Лёша, ну... Как можно было? Вот все, я поехал. Быстрее. Но быстрее и мощнее, понятное дело, конечно. И вот сейчас дрифт. Брат, здорово. Привет. Пока, пацаны, я сейчас не да сижу. Ну хватит! Брат, давай как в этом. Нет, не взрывай. Это ну как не взрывай! Да, я тебе прям чекпоинты. Я тебе прям чекпоинты. Смотри, дрифт. Да хватит, меня просто все как не валят. Да меня тоже тут, я не понимаю, что я сделал, кому я дорогу, блин, перешел, что меня все скидывают. Я это видел. Чувак, ты зелень такая, не свежая зелень, не свежая, противная такая. Unfresh, блин, unfresh хайтер. Вот зачем? Ой, брат, здрасте. Нам самое главное просто финишировать, как бы, понимаешь, чтобы не было. Не. О, вот дурак. Я Леху взорвал прям перед финишем, когда все финишировали. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по гоночкам GTA 5 онлайн подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась и поставили лайки, подписались на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Кофи, Хайпер Фреш и Excel. Всем пока-пока. Всем пока, ебой, всем отбой. Ебаааа, кека.